Сделать такой пылесос очень просто. От зубной щетки оставляем только ручку, остальную часть обрезаем. Если здесь получился неровный край, с помощью пилочки для ногтей можно все неровности убрать. Из картона вырезаю небольшой прямоугольник и обклеиваю или покрываю краской. Например, я буду покрывать лаком для ногтей. Я вот так как покрыла лаком, пока у меня этот прямоугольник сохнет. Вот так вот я украсила, сделала панель управления на пылесосе, на ручке пылесоса. С помощью блесток и лака для ногтей.